началась регистрация участников масштабной просветительской акции «Диктант Победы». Присоединиться к ней могут и жители Одинцовского округа. Для этого необходимо зарегистрироваться через официальный портал акции «Диктант Победы.рф» на одной из 48 площадок муниципалитета. Об этом сообщил глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. В соответствии с проектом «Историческая память» в подготовку «Диктанта Победы» активно включено и местное отделение «Единой России».